Как делишки, ребятишки, вы на канале Джиггернаута. И меня зовут Михаил Джиггернаут, и я сегодня буду играть за шпигуна при помощи вот этого вот оружия, блять. Главный делец, он по-русски называется, да. Метафорически говоря, вступить в команду каратистов, в команду противника. Блять, сейчас. О, смотрите, какая красивая фея. В натуре милашка. Ладно, давайте пулеметчик. Оп, я пулеметчик. Ну, я всегда был пулеметчиком, я говорю. Я все так же пулеметчик. Все нормально. О, спасибо, блядь. Ты что, не заметил, что я убил этого? Я думал, ты прикол. Прикольнулся, типа, надо мной, лол. Письки и жопки. Там глиста, смотри, глиста. Этот из пальцев стрелять будет, ну, неплохая идея. А, он весь, всю клоаку, короче. Мне всю клоаку расходует этот, блядь. Маскировка, оказывается. Я ж на этой херне, бля, я случайно. Главное, да, главное, короче, не тупить и много раз не менять маскировку. Смотрите, можно вот так замаскироваться, да? А, нет. На базе маскировка работает отменно. То есть не расходует клоаку. Ну, короче, это бред, бред. Мне не нравки. Фу, я воняю, кстати, пердежом. О, очень сильно. Бля, что за хуйня? Он просто так это сделал? Бля, ну это вообще пиздец. Блядь, помогите. А, я захватываю, все, и мне похуй. Меня пока что ничего не сделал по факту. О, кстати, обновили игру. Она по-другому выглядела раньше, смотрите. Ну, в смысле, счет. Да, реально по-другому, блядь, я что-то не знал. И не смотрел, что добавили в обновлении хэллоуинском просто. О, ай, хороша. Так, все, инженер, я считаю, гениальная маскировка. Лучше не придумать. Убьем, да, убьем снайпера, потом вот этого. Там уж как получится. Как карты лягут, да, как говорится. Да, блядь, ну, что же такое? Я уже не тот, что был раньше. Ну, я давно не играл достаточно, реально. Я могу вот так сделать, оп. И нормально, мне кажется, получилось вполне. Я думаю, так, диспенсер сломал, сентряк тоже. Еще сентряк, о, я все сломал. Ничего не поспали, блядь. Ничего не спасли они, придурки. Бля. Ай. А, так и было. Блядь, я застрял там, если что. О, он сам себя подорвал, да и заебись. Мусорик спрятался нахер. Я в бамбуке прячусь. Кирдык башка на третьем месте, прикиньте. Это, кстати, Тимур на авиа. Малышкин. Мамашкин, то есть. Бля буду. Да почему я опять за себя замаскировался? Я, если что, теперь бля буду, оказывается, с Иваном Золо. Бля. Сейчас опять бля буду буду. Бля, не буду, бля буду. Эй, бля буду. Скажите сыр. Сыр. Дима? Дима. Дима. Все, кто умерли, те Дима зовут. Так, вот эту проститутку надо убить. Ах, ты ж с**а. Да бля! Я забыл все, что сказал за сегодняшний день. Прям ни единого слова не помню, произнесенного мною. Не топай, блядь. Не топай, говорю. Напишите хуй по-русски английскими буквами. Эй, ты чё нахуй? Ага! Яй, бля! Не, я его пощадил зачем-то еще, я вообще. Ах, ты ж, блядь. Ну все, нам пиздец. И смотрите, все эти загадочники и всех вопросики. Все реально там 4 вопроса подряд. А я еще и на первом месте, хотя я сделал ни хрена примерно. Какая песенка красивая. Так, у меня есть идея. Оп, оп. И вот если. Ой, блядь, меня медик, кстати, хилил опять. О, я застрелил нормально. Не так уж плохо все. Смотрите, оп, а если так? Блять, вот он что, реально не заметил то, что я этого зарезал? Вот что это делает, дебил? Пиздец. Нихуя кабаны. Я ни одного слова не произнес за сегодняшний день. И вы читаете мои мысли через видео. Эй! У меня еще никнейм такой пугающий, прям, бля, буду. Я как будто бы и убить могу, реально. Смотри, 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 смотри. Ай, какой я молодец. Давайте захватим хули. Бля, они тупырылые, реально. Они просто прошли, блядь, хотя видел, что захватывают точку. Блядь, не, я промахнулся. Их сделали на первом месте, 30 очков, это больше, чем у всех. Так, этого. Этот думает, что я свой. А, я не успел зарезать второго. Смотрите, кто подключился, в смысле, это как? В ад интернет провели, что ли? Смотрите, мне медаль дали какую-то, за какую-то, за какую-то. Это Навальный у него на авиа, в натуре? Смотрите. Блядь, ну я же мог зарезать его.
Реально, я прям по горбяке ему резанул, или я вообще урон не нанес. Хуй поймешь, короче. Так, этого... Этого, а, помог. Какой я молодец, реально. Блять, пиздец, помогай мне. Я косой просто очень. Потому что не трезвый, как обычно. Чем похуй? Так, все, я нормально, не палюсь. Блядь, ну за что, зачем? Вот ты тварь. Я все равно первый до сих пор. Я играю немного так, нетрезво, как говорится. Бля, он меня видел, да? Да с**ка, да я думал, он не заметил меня, а? Блядь, ну опять он, почему он меня все время замечает? Это что сейчас было? 51 очко, надо, бля, надо еще одно очко, слышите, чтобы 52 было. Я пытаюсь, ребят, вы знаете, что я всегда стараюсь. Почему урон не нанес сначала? О, о, вот это хорошо сейчас было. 58, блядь, не прогадал как-то, 52 не было, кажется. Блядь, ты что, он не понял, что я шпигун? Бля, ну как ты так развернулся? Все, короче, нахуй. Мне мстить пойду сейчас. Ноль попадений. Пиздец, не, я даун. Ну все, пиздец, короче. Ну неплохо, 60 очков больше всех у меня. Их я самый крутой. Это ты что здесь делаешь, сука? Так, так, так. Ай, какой. Че это с у него там было? Он был паровозиком или чем? Вот Андрей Быков, нормальный никнейм. Наш мужик заводчанин. Так, смотрите. Сейчас будет Assassin's Creed. Assassin's Creed. Смотри, сейчас этого резану. Бля, ну как там? Ай! Шлюха. Дочки матери. Ой, я типа, что я сделал? Как это было? А! Это, вот это вообще и было очень хорошо сейчас. Я его догоню, как думаете? Я же за скаут замаскирован. Он должен, по идее. Да все, отстань. О! Я не знаю, мне вот этой катке везет. Я же первый, кстати, бля, ебать. Ой. Ой, ой. Голосовые команды иногда используют, типа, я реальный. Кстати, ребят, напишите в комментариях, хотите ли вы историю от наемников, а? Блять, хули, ты думаешь, это я, что ли? Забавно, забавно. Стопуха, чудо-муха, он тоже умер. Ленин жив, а, ухмыльнулся перед смертью. Терпеть не могу эту карту. Потому что она конченая, нахуй. Извините за тавтологию, тимологию. Ах ты ж, сука. Блять, добейте, добейте выживших. Да, спасибо. Смотрите, опять смерть. Блять, чего мне... Меня выстрелили и этот выстрелил одновременно. Я этого не ожидал, честно. Вот он, кстати, смертный. Блять, я не убил его. Он думал, что я ушел, или он тупорылый и не мог попасть по мне? Наверное, все сразу. Не оборачивайся, спасибо. Тут скаут. Надо пи***нуть этого. Я защищаю нашу точку. Ай! Блять, не перезарядка. Но я бравый солдат. Ай, блять, это что, я ушел, сразу захватили. Мне кажется, эти события как-то взаимосвязаны по-любому. Я в окопе спрятался, мне прихуй вообще. Спай это, кстати, по-русски, если так прочитать, то это срубуют. Вот забавно, а? Какой язык у нас умный и хороший, а там дебильный у них. Блять, ну! Сука. Ну хотя бы. Ну хотя бы. Ну хотя бы. Мне похуй, я волк, блять, как волк в клетке. Сука, сука. Сука, а я сильнее. И еще мне помогли. Дебил. Ха. Ну не надо тереться, блядь, об меня. Все, suck my ass, нахуй. Блядь, ну что ты, сука, опять трешься об меня? Тебя отхилить? Ой. Да сука, я дебил. А на самом деле неплохо так. Я шпион, замаскировался за медика, которого ник шпион. Мне кажется, это меня выдает. Знаете, он видит, ну, противник будет видеть медика, а у него ник шпион вообще. Эй, слышь, там вот челька шпион был, мне кажется, вот этого скаута. Ну что за хуйня? А, там под Халим, блядь, пришел. Блядь, это просто уёбство. Похуй, да?
Корвус. Ну вот это вот сломать, это очень важно, я считаю. Стратегический объект важный. Денджер собака, это как Денджер Леха. Ну это пиздец просто, ну нахера. О, я его зарубил топором, блядь. У меня был нож хотя, ха-ха-ха. Блять, я не дотянулся. Вот это было хорошо сейчас в развороте. Бля, я говорю, я растерял скилл прям. Ну это нубик, его жалко как-то убивать. Но война есть война. Почему урон не нанесся? Дебил. Сри ищет меня. А я возьму его и зарежу в итоге. Оп, нормально как придумал я, да? До свидули. Ну да, хуй там, блять. Ноль под прицелом это полезно. Это чтобы на подрывнике, знаете, играть, чтобы примерно... Представляете, куда полетит снаряд сюда, блять. А, тут игра идет. Ну тогда нахер мне с этим ноликом. Я же не на ДММ не играю.